Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Кстати, такой статус имеет Березовая роща. Сюда и высадился экологический десант второклассники городской гимназии. Субботник организован в рамках всероссийского проекта «Страна экологических троп». Цель данного проекта – это экологическое просвещение учащихся и помочь им организовать реальные дела по улучшению экологической обстановки родного края. Дети быстро подхватывают идею чистой земли и красоты и уже сейчас знают, как не навредить природе и сохранить окружающий мир. Нужно ухаживать за природой, весь мусор убирать в мусорку, и чтобы было чисто в нашем городе. Помимо уборки, гимназисты проложили экологический маршрут, изучив растительный и животный мир Березовой рощи. Все эти данные передадут во всероссийский проект «Страна экологических троп», где подрастающее поколение создает интерактивную карту эко-маршрутов родной страны. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.